Сразу два злоумышленника проявили свои сомнительные способности в Минске. В первом случае молодой человек орудовал в игровом клубе. Видимо, юноше настолько понравилось сражаться с виртуальными монстрами, что игровую зону он решил переместить к себе домой. Прямо перед камерой видеонаблюдения жулик отключил девайс от питания и спрятал. Поражает и то, что после этого парень не ушел из клуба, а продолжил сидеть на диване, периодически переглядываясь со всевидящим оком. Второй эпизод случился в магазине бытовой химии. Опять-таки, прямо напротив камеры наблюдения, жулик залез в магазин и вытащил из кассы 7 миллионов рублей. Сейчас обоих подозреваемых разыскивают правоохранители. Если кто-то узнал людей на видео, сыщики просят сообщить об этом в милицию.